Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы на Инглиса 16, где не так давно завершился ремонт входной группы в подъезд. Как выполняются и согласовываются такие работы? Совет дома обратился в компанию ЧИП с просьбой рассчитать стоимость ремонта. Соответственно, наш руководитель строительного направления вместе с советом дома вышли на место, составили дефектовку, поняли, чего они хотят, в каком объеме. После этого мы подготовили все расчеты, согласовали плановую смету с советом дома и приступили к выполнению. Вот, по факту проведения всех работ будет итоговая стоимость, которая также утверждается с советом дома. Здесь полностью произведен ремонт ступенек, клуб, вот всей вот этой входной группы. В ближайшие дни начнется монтаж видеонаблюдения, за которое также жители отдельно проголосовали. В клумбе мы разбили такой небольшой садик красивый. Соответственно, в ближайшее время также мы планируем нанести интересные рисунки на те вот плоские поверхности, которые на входной группе, для того, чтобы это все приобрело какую-то некую еще дополнительную изюминку. Ну, то, что получилось, как оно было, как оно стало, вы сможете уже посмотреть в этом ролике.